Ну а в Уфе в стенах республиканского онкодиспансера прошел мастер-класс. Опытные хирурги провели операцию с применением новых технологий. Основная задача медиков – безопасно выполнить все манипуляции и снизить количество послеоперационных осложнений. Для пациентов это значит сокращение периода реабилитации. Все операции на щитовидной железе, они проходят с интероперационным нейромониторингом, который также позволяет определять возвратный гортанный нерв и верхнюю ветвь наружного гортанного нерва. Что также важно при операциях на щитовидной железе, потому что голос важен для всех. Благодаря использованию специального препарата происходит флуоресцентная диагностика паращитовидных желез, иными словами, визуализация, что исключает риск их удаления. Величиной с горошинку они отвечают за обмен кальция в организме человека, дефицит которого приводит к появлению судорог, снижается физическая активность человека, люди становятся практически инвалидами. Новый метод проведения операции по удалению опухоли щитовидной железы направлен на сохранение этого жизненно важного компонента. Результаты вот мы у себя в Мурманском областном клиническом диспансере с 2017 года провели больше 100 операций с использованием данной методики, и результаты просто в разы лучше, да, чем без использования данного метода.